Итак, 295 лет назад была создана Российская прокуратура. Образованная в годы Петровских преобразований, вот уже почти три столетия она стоит на страже интересов государства. И сегодня в прокуратуре республики прошло праздничное мероприятие, посвященное годовщине образования ведомства. На торжестве побывала Шерифат Лепшокова. Поздравить работников прокуратуры со столь знаменательной датой пришли руководители всех правоохранительных структур. Прокурор республики Александр Терещенко, поздравив коллег с профессиональным праздником, коснулся истории образования ведомства. Созданное еще Петром, оно было упразднено в 1917 году, но уже через пять лет новая власть признала необходимым возобновить работу прокуратуры. Так, в непростое для страны время, в период коренных преобразований, потребность в прокуратуре стала наиболее острой. И сегодня роль прокуратуры не только сохраняется, но и становится все более очевидной и необходимой. Уважаемые коллеги, от имени руководства прокуратуры республики, от себя лично, примите самые теплые и сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником. Желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра и согласия в семьях, дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо Отечества. Со словами поздравления от главы Карачаева-Черкесии к работникам прокуратуры обратился председатель правительства республики Аслан Озов. На праздничном собрании говорили и о задачах ведомства. Одна из основных – обеспечение конституционных прав и свобод человека. Так, в прошлом году выявлялись и пресекались нарушения трудовых прав граждан. Прокуратурой принимались меры, направленные на своевременную выплату заработной платы работникам предприятий и учреждений. Надзор за соблюдением законности, защита прав и свобод граждан, расследование наиболее важных уголовных дел – это ваши каждодневные заботы, требующие полной самоотдачи и мужества. Оторвание профессионализма сотрудников прокуратуры зависит от результата борьбы с преступностью и обеспечения реального главенства закона во всех сферах общественной жизни. 295 лет. Навряд ли кто-то еще, какая-то организация может по древности своей сравниться с вами. И важность такая же – это защита интересов граждан, защита законности, отстаивать законность в высших инстанциях – это очень серьезная обязанность прокуратуры. С чем вы справляетесь удачно? На торжественном мероприятии отметили безупречную службу в органах прокуратуры ветеранов республики. А лучшим действующим сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды, присвоены классные чины. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести, Карачаево, Черкесия.